Меня зовут Кореши Масуд. Я на сегодняшний день в связи с выборами тех иранцев, которые тут остались, те, которые вернулись, выбрали меня головой диаспоры иранской. Вот. И мы находимся здесь в поддержку народа Украины, так как мы являемся частью этого народа, мы проживаем здесь. Я сам живу 7 лет, есть некоторые, которые приехали учиться, есть некоторые занимаются бизнесом, у них есть семьи. Мы касаемся к этому народу и живем здесь одним. Вот. А то, что сейчас произошло, это очень, ну, это трагедия большая, да. Но я хочу, чтобы все знали, все понимали, что мы не касаемся к тому режиму. Мы всем, чем можем, готовы помочь. У меня есть люди, которые готовы в рядах украинской армии идти вместе с ними одним плечом. Люди, которые хотя бы некоторое время тут прожили, год, два, пять лет, они понимают, что здесь не фашисты, здесь добрые люди, отзывчивые люди, чем могут, помогут. Это даже не Европа. Европа – это холодные люди. Здесь люди, которые имеют сердце, имеют душу. Видите, мопеды сюда сейчас летят. К чему это? У нас какие-то проблемы были с Украиной. Почему такая несправедливость происходит? Почему несправедливость к нам доехала? Вот. Я не знаю, почему. Тут никто никому не мешал. Какие там фашисты бегают, там не знаю что-то. Это все ерунда. Русский корабль! Единый корабль! Вийшли сьогодні сюди, навіть попри те, що ми от зараз можемо просто засвітитися на камеру, і потім, якщо ми коли-небудь прийдемо знову в Іран, то відразу в аеропорту нас просто можуть забрати і невідомо куди, чи в тюрму посадити, чи ще щось з нами зробити. Ми не боїмося цього, навіть попри цей страх, ми сьогодні, попри страх помсти з боку Ісламської Республіки, ми сьогодні вийшли і показуємо, що ми проти дронів, ми проти ракети, всієї допомоги, яка надсилається з іранської сторони, на жаль, до держави-терориста, до Росії. Если глобально смотреть, это борьба за демократию, борьба за свободу. Поэтому мы обязаны высказать свое мнение. Мы здесь живем и много лет и понимаем, что то, что делает преступный режим Ирана, это неправильно в плане поддержки России в этой войне. И мы все против иранского режима. Надеюсь, что скоро народ свергнет этот режим. И Украина, и Иран будут жить в мире, в дружбе. Не только народы, но и власть, и страны будут дружить и сотрудничать. Которые погибли. Thank you.